Так, для замены камеры нам понадобится ключ на 15, насос, пару отверток и, собственно говоря, сама камера. Итак, ключом на 15 начинаем откручивать гайки на колесе. Для удобства велосипед можно перевернуть, чтобы удобнее было снимать само колесо. Когда сняли мы колесо, откручиваем колпачок на соске и выкручиваем наш заводник, чтобы спустить камеру. Далее очень аккуратно отверткой начинаем подковыривать саму покрышку от соска. Вот таким вот образом. То есть заворачиваем покрышку за борт обода колеса. Потом возле соска вытаскиваем сам сосок и аккуратно вытаскиваем камеру с обода. Далее отсоединяем покрышку с обода. Осматриваем поверхность крепление спиц, чтобы не было заусенец. После чего с помощью вот таких вот движений прощупываем внутренности покрышки. Если там есть какие-то иголки, стекла, то их убираем. Далее берем новую камеру и покрышку вставляем обратно на обод. Вот таким вот способом. Возможно, понадобится для этого отвертка. Далее берем новую камеру, вставляем сосок в отверстие и аккуратненько вот такими вот движениями заправляем камеру в покрышку. Камера при этом не должна быть перекручена, должна лежать ровно. Вот. Чтобы не было перекосов. Покрышку один важный момент. Нужно выровнять вот этот сосок. Делается это вот таким вот способом. Вот так вот. Крутим покрышку и выравниваем. Сосок должен стоять ровно. Так, ну и теперь самое сложное, это заправить покрышку обратно в колесо, в обод. Делаем это руками до тех пор, пока это легко. После того, как станет тяжело, когда почувствуете натяжение, придется взять в руки отвертку. Ну вот сейчас, как видите, здесь натянуто, для этого берем отвертку. Ну, все наши деды делали отвертками, давайте мы это сделаем. Чтобы оно не соскочило, нужно вот в этом месте держать, возле соска, а здесь заправлять. Очень аккуратно, чтобы не порвать ни камеру, ни покрышку. Ну вот все стало. Выравниваем все, поправляем. Так вот. Все, можно качать. Все, начинаем качать.
Так, готово, накачал. Снимаем. Так, одеваем колпачок. Так, ставим колесо на вилку обратно. Устанавливаем стопорные пластины. Одеваем гайки с одной, с второй стороны. Так, точнее наоборот. По-моему, вот эту вот стопорную пластину ставим, а потом уже одеваем крыло. Если я не ошибаюсь. Так, выставляем ровно наше колесо, чтобы нигде ничего, никаких перекосов не было. Вот. Аккуратненько затягиваем. Так. Одну гайку. Ну все, камеру поменяли. Всем удачи. Так, выставляем ровно наше колесо.